Москвич, точно, нормальный подарок. Да, нормальный подарок. Ну, честно, вот прям что-то хорошее, да? Честно, честно, хорошее. В рот ничего совать не надо там? Не надо. Вот, уже радует. Ну, намекни, ну, слушай, намекни, что там за подарок, ну, пожалуйста. Ну, короче, смотри, туда много людей помещается, и там тепло. Мне твой пердак нахуй не нужен, понял? Да нет, сундук, вот, смотри. Охуеть! Мне? Да. УАЗик мне? Тебе, да. Гонишь? Нет. Пиздишь? Нет. Наебываешь? Да нет, действительно, УАЗик тебе, вот, держи ключи. Ебать! Я люблю тебя, Ульяновск! Ебать, это мне УАЗик! Нихуя себе просто! Нихуя себе! Ебать! Он почти новый. Да это вообще похуй. Ебать, полотенце даже тут есть. Буду руки вытирать, ремонтировать. Да, да, да. Нихуя себе. Печеньки за кем-то, да, остались? Ну, остались, да. Так у него же, прикинь, всего было 3 хозяина. Меньше, чем у тебя, блядь. Ебать, поворотник сбоку есть, да, блядь? Рюмок не будет, можно открутить и из него так бухать, да? Увазик вообще сконечь, блядь. Ебать. Ебать, смотри. Зеркало регулируется, похуй, можно... Ебать! Я в охуе! Ульяновск, ты чё творишь, блядь? Ты чё, Ульяновск, ощущаешь или ебанулся? Это ноу-хау, блядь! Пластик на петлях, да ты чё? Да ты чё? Иди шаль нахуй! Ебать, ты посмотри! Ну, стиль нахуй, а цвет... Ебать, посмотри! Талая вода! Какая хуй талая вода? Это серый? Да. Посмотри, бля! Ну тебе нравится сундук? Вообще! Все, надо начальнику позвонить, похвастаться, надо похвастаться! А не надо хвалиться! Не надо хвалиться! Все, и так понятно, сейчас в отделение поедем. Че это в отделение? А че, это УАЗик? УАЗик. Это УАЗик. Так, так, так. Так, так, так. По-любому ездил не в трезвом виде. Схуя ты, блядь, выдумал? Какой нетрезвый вид, блядь? Все нормально, не пил. Все, рот закрой, тихо. Это же УАЗик, да? Ну? УАЗик, ой. Где огнетушитель? Да я ебу шалью, я откуда знаю, где огнетушитель? Ты че, начальник, докопался? Не знаю, мне вот только его подарили, блядь, 2 минуты назад. Да я зубы давай не заговаривай. Так, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Тут у меня негатив какой-то. Где аптечка, а? Да я, говорю, не знаю, где аптечка, я не знаю. Говорю, только подарили. Откуда я, блядь, знаю? Даже не смотрел еще ничего. Вообще несправедливо все это. Несправедливо. Кто-то будет ездить, получается, в теплом УАЗике, а кто-то вот на этом будет ездить. Кто-то будет на этом. У нас вообще в отделе очень странная смета какая-то такая. Деньги выделили на машину. На 1 майбах начальнику и на 12 таких вот скейт. Вот хожу с ним, как дурак. А кто-то в теплом УАЗике будет ездить. Несправедливо. Поэтому все. Это конфискация. Отойди. Отойди. Не ебет, если честно. Какая конфискация? Меня вообще без разницы, что там вас выделили. Ты что, блядь, доебался? Так, печенье тоже на конфискацию 100% вперед еду даже. Ты посмотри, как завидует УАЗику, да? На скейте приехал, завидует. Да покатай я тебя, покатай. Чё ты... А не надо меня катать. Все, все, он уезжает на штрафстоянку, понятно? Ага, с хуя у нас. А потому что у тебя нет документов на УАЗике. Не-не-не, есть. Вот, вот у нас договор купли-продажи, все нормально, вот. Я таким документом купли-продажи жопу вытирал. И чё? И всё, выкинул, вытер, значит, и выкинул. Всё, так что это вообще по закону так, понятно? По какому такому закону, блядь? Такому закону. По какому? Всё, конфискую я ты его. Ты не знаешь законов, блядь. Знаю закон. Не знаешь ты, блядь, один закон только знаешь, блядь. Вот это вот. После вкусного обеда по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, надо срочно покурить. И то, блядь, его не выполняет. Все, иди отсюда, конфискуем УАЗик, значит. Оттуда. Какой хуй? Давай, включись. Дай курить. Сейчас как еще раз меня трошь, сейчас скейтом дам, потом ОМОН вызову, понял? Да какой ОМОН, начальник, ты, блядь, рехнулся, что ли? Пойдем, отойдем. Пойдем, отойдем. Стой здесь, гандон, спасибо за УАЗик. Начальник, ну ты прям доебался, блядь, а я тебе хотел нормально похвастаться. Пришел что-то ты, блядь, вот этот с своим скейтбордом, блядь. Езди на нем и не въебывайся на меня, понял? Ну честно тебе сказать? Ну давай. Ну просто завидую тебе, понимаешь? Тебе на скейтборде, а ты на УАЗе. Ебать, а не мог сразу нормально подойти? Я тебя бы прокатнул. Я тебя прокатну, что мне жалко, что ли? Когда надо, будешь ездить на УАЗике. Блядь, нормальный мужик, блядь. Че, реально? Ну? А че, можно я еще за рулем поеду? Да, на, похуй, на.
Погнали. За рулем. Конечно, погнали. Пойдем. Чего? Я за рулем поеду. Скользко, аккуратно, блядь. Скейтборд сюда. Так. Сейчас, знаешь, давай. Сейчас поедем. Специально окна откроем, прям специально, чтобы все видели, что мы на УАЗик с тобой едем. А они на скейтбордах патрулируют. Давай, давай, давай. Пусть прогреется сначала. Так, о, что это такое у тебя здесь? Что там, блядь? Вот это что значит наклейка вот это? Что это такое? Что, ну-ка. Это, ну, там, типа, в этом УАЗике баб ебут много. Видишь, туфлях летят как-то. Да? Надо приклеить ее. Конечно, конечно. Вот так, чтобы она была вообще обязательно приклеить. Типа, так стругают их, аж, блядь, в туфли летят, вот так. Понял? Все, погнали, да? Давай. Трогайся. Ну трогайся, блядь. Да я отпускаю сцепление. Трогайся. Стой, не едь. Не ломай. Не ломай, блядь. Не ломай. Ну-ка, выйди отсюда, выйди. Да ну не едь, тут у тебя сломанный. Конечно. Блядь, ты, сука, блядь, такой жирный, блядь, пузо такой, ты даже УАЗик увезти не может, понял, блядь? На, свой скейт, на, давай, блядь. Аривидерчи, ёбаный рот. Какой аривидерчи? Попробуй. Давай! Ну, я, ты... ты чё? А я как поеду? Я уж сейчас догоню москвич. Да то не едет этот скейт вообще. Угадал с ним вместе на нем. Практически вот мой телеграм-канал. Обязательно на него подписывайтесь, потому что там самый кайф. Вот эти вот кружочки вам записываю, видосы скидываю, общаюсь, всякие там темы обсуждаем. Футбол, пиво, блядь, все там обсуждаем. Поэтому туда переходите обязательно. Телеграм-канал — это кайф. Ставьте палец вверх. Пишите обязательно комментарии. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Подписывайтесь на канал. Ну и кайфуйте вместе с нами. Че вы тоже, ё-моё. И подписывайтесь на наш рыболовный канал «Люди, у которых льёт», где мы с пацанами выезжаем на природу, на водоемы, с кайфом проводим время, ловим рыбу, готовим вкусную еду. Вот Макс бывает готовит, бывает там суду готовит. Но будьте с нами, ссылка в описании. Кайфово. Ты нам на рыбалку ездишь. На тебе скид. Да. Больше тебе идет. Достаточно.